Всем добрый день. Сегодня хочу рассказать, чем отличается рыночная стоимость квартиры от реликвидационной и откуда она, соответственно, взялась. Значит, что такое рыночная стоимость, что туда входит? В рыночную стоимость обычно входит этажность дома, соответственно, сам дом, состояние дома, транспортная доступность до метро, инфраструктура, это расположение детских садиков, школ, детских площадок, магазинов, которые есть, всегда учитывается расположение какого-то большого торгового центра, до которого близко и удобно добираться, да, и где можно технически отдохнуть. Также входит ремонт, он будет влиять на рыночную стоимость в той или иной мере. Ну вот примерно все. Что такое ликвидационная стоимость? Ликвидационная стоимость – это вот как раз то, что я перечислил выше, учитываться абсолютно не будет. Здесь будет учитываться сам момент, что объект недвижимости должен будет выставиться на продажу по ликвидационной стоимости, и покупатель его должен купить, там, не знаю, в течение 3 дней или недели. То есть от рыночной стоимости он будет отличаться процентов на 20-25. Откуда это берется? С недавних пор банки к обычной банковской оценке рыночной стоимости просят теперь прилагать еще и ликвидационную стоимость. Поэтому не удивляйтесь, при одобрении ипотеки данные запросы со стороны банка идут, и также оценочные компании все это делают, ничего страшного в этом нет, но удивления здесь тоже быть не должно. Все, всем спасибо, всем пока.